Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня очередная наша любимая рубрика «Не цветы для Марины». Сегодня у нас Марина, сегодня мы будем спиливать ей вот это вот омбре и переделывать дизайн. Кстати, дизайн получится просто потрясающий, досмотрите до конца, не пропустите. И, конечно же, подпишитесь на канал, если вы впервые. Жду от вас лайки, комментарии, пообщаемся с удовольствием. Ну а мы же тем временем переходим, как обычно, к подготовке натуральных ногтей. В данном случае снимаем материал, готовим ноготки к коррекции. Коррекция ногтей у нас сегодня будет очень быстрая, очень простая, совершенно не замороченная. Длину добавлять мы не будем, просто сделаем коррекцию на вот эти вот ноготочки, переложим отросший стресс, выровняем архитектуру и на этом закончим. Выполнили все наши любимые манипуляции по коррекции, обрезали маникюр, переходим к покрытию. В данном случае мы для покрытия выбрали два интересных оттенка, вот такой вот чернично-фиолетовый и яркий малиновый цвет. Они вместе сочетаются просто потрясающе. Кстати, вот этот вот яркий малиновый оттенок, это из новой коллекции Blue Sky'ев. И 11.11 будет большая скидка в нашем магазине, где эти цвета будут существенно дешевле. Ссылочку на магазин оставлю вам в комментариях. Переходите, посмотрите, накидайте себе корзинку. Мы же покрываем наши ноготочки, как обычно, на втором слое подводим кутикули боковым валиком. Смешиваем пигмент с финишным покрытием и
начинаем вырисовывать для себя подмалевки будущего дизайна. У нас будет геометрический мотив, поэтому треугольниками раскладываем наш пигмент на темном и малиновом цвете. После того, как мы просушили финиш с пигментом, переходим к прорисовке белой красочкой, прорисовываем наши ноготочки таким образом, чтобы получилась законченная композиция. Белая прорисовка, как обычно, решает все. Ею можно довести как угодно, то есть можно было не обводить треугольники, а в треугольниках нарисовать круги, и получился бы совершенно другой геометрический дизайн.
перекрываем все наше безобразие матовым топом и получаем вот такие ноготки. Безумно красиво, здорово, приятно, справится даже самый начинающий мастер. Быстро, просто, самый быстрый дизайн ногтей на моем канале. Надеюсь, вам понравилось. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!